один из полезнейших дайдрических артефактов Skyrim Special Edition. И давайте его найдем. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Поехали. Друзья, у меня есть плейлист Клуб Творчества Skyrim Special Edition, где собраны лучшие. Лучшие платные модификации на Skyrim. Друзья, ну иногда бывает и бесплатные. И, кстати, эта броня как раз-то с клуба. Заходите, ссылочка внизу. Ну что, друзья, для того, чтобы получить этот артефакт, вы, во-первых, должны пробежать вот сюда, в земли изгоев, недалеко от Маркарта. Ну, как недалеко, относительно недалеко. И вы должны будете быть 12 уровня. Теперь нужно смело. Смело идти вот это святилище. Святилище Пиряйта. На фоне это мой сынок Ванюша. Так кто не знает. Ребята, и вот, но прежде чем вы заговорите с Кэшем, вам нужно кое-что получить. Для начала дайдрического квеста, друзья, вы должны найти кое-какие вещи. И сейчас я покажу точно, где они находятся. Первая вещь, которая нам нужна, недалеко от Маркарта. Вот у нас святилище Пиряйта, и здесь лодка. Я ее ранее в секретах Скайрима показывал, друзья. Она необычная, не просто лодка. Здесь есть драгоценные камни, даже на первом уровне. Так что, если хотите разбогатеть, давайте сюда. Но нас интересует именно один камушек, и это, друзья, безупречный рубин. Забираем, ну, наверное, заберу и остальные. Пещера Сломанный Клык. Здесь мы раздобудем прах вампира. Ну, а так вы можете его раздобыть где угодно, где есть вампиры. Вот, прах вампира. Забираем, едем дальше. В болотах Морфола, друзья, растет очень много ядовитых колокольчиков. Как раз-то его мы и ищем. Вот он. И последняя вещь, которая нам нужна, это серебряный слиток. Его можете раздобыть у кузнеца в Айтране. Я жду. Привет. Только лучшее оружие. Разное. Она продает в основном серебряную руду. Купили две. Ладно. Ну, сделали в плавильне. Так, где у нас? Вот, серебряный слиток. Все, можем начинать. Получили все вещи и кэшу. Да. У меня с собой те предметы, что ты просил. Неужто? Раз так, отдай их кэшу. Да-да, получится отличный дым. Отличный дым. Ну что ж, пойдем. Вдыхаем. Вдыхай глубже. Я хочу обострить твой слух. Дай испарением наполнить твои легкие. Что ты от меня хочешь? Я давно наблюдаю за тобой. Твои решения интригуют меня. И, возможно, ты подходишь для моего задания. Какого задания? Я послал благословение Мундусу. Смертельную чуму, идущую по бретонским деревням. Один из моих монахов, эльф Аркендор, был послан собрать тех одержимых. По моей воле он отвел их в Птардамс, но с тех пор сбился с пути. Я не потерплю предательства. Иди в Птардамс и убей Аркендора от моего имени. Хорошо. Отпустила. Ну что, друзья, погнали за Аркендором. Ну что, друзья, теперь брутально зачищаем эти руины. Где ты? Поехали. Ха, вот ты где. Иди сюда. Ого! А, наверное, у тебя какое-то несварение. Почему ты в трусах? Ооо!
Эльфаркендор. Иди сюда. Не убегай. Ну вот, началось. Используй телепортацию. Черт. Я вообще попадаю по нему? Куда ты рыгаешь? Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Что только же было? Видимо, он собрался в телепорт, но тут было эпичное добивание. Ну что ж, забираем его лут, друзья, и возвращаемся доложить Дейтрическому принцу о выполнении заданий. Доложили Перелайту, и он нам дает невероятный артефакт. Это разрушитель заклинаний. Очень крутые показатели брони, и при блокировании создают оберег, который защищает от заклинаний вплоть до 50 единиц, друзья. Ого! Уникальный и неповторимый. Хотя в клубе творчества добавили, что можно получить на первом уровне практически такое же, ну не такое преимущество, но тоже очень близко к этому, друзья. Вот такой вот артефакт, который очень-очень сильно мне напоминает спутниковую тарелку. Не, ну серьезно, друзья, посмотрите. Кстати, этот артефакт был практически во всех частях The Elder Scrolls, друзья. Практически во всех. Вау. Ну, на этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. И будем еще искать все, абсолютно все дейдрические артефакты. А потом сделаем топ. И следующая серия, друзья, это нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Ставь колокольчик, подписывайся, ставь лайк.